Добро пожаловать на просмотр зимней РПшки по Motor Depot. Ребята, настала зима, а значит выпал снег, появился гололед. Сегодня в нашей, так скажем, снежной армии 2 МТЗ, 2 ЗИЛа и 1 КАМАЗ. Белорусы будут ехать и чистить снег непосредственно отвалом. За нами будут ехать ЗИЛы и дочищать то, что не дочистили мы. А КАМАЗ уже будет ехать и все дело посыпать песком. Что ж, погнали. Итак, рейс наш будет, так скажем, по городу. Сейчас мы начинаем напротив базы Серпова. И вот, посмотрите просто, ребята, поехали. Ничего себе ЗИЛ там подъехал, конечно. Так, нам сейчас, получается, нужно уходить направо в город. Ничего себе, они прям вместе стали. Друг другу снег перегребают. Тихонько-тихонько. Вот МТЗ классно тоже поворачивает. Получается, смотрите, у меня отвал под углом. И весь снег сгребается в сторону МТЗ. МТЗ уже на обочину все скидывает. А ЗИЛ, так понимает, дочищает. Он нас здесь уже обгоняет. Ну ничего себе, ну чел, ну вот. Ну что ты делаешь? Ну дурачок ведь, не так ли? Конечно, здесь некоторые игроки появились, которые не планировали сценарием. Зеленый, надеюсь, все успеют на зеленый. Гонщик нелегальный. Сколько у нас там времени? Времени уже 4 часа. Все скоро начнут возвращаться с работы. А здесь такая массовая чистка города от снега и гололеда. Так, красный свет, ребята, тормозим. Так, мы заезжаем в так называемый старый район города. Я его так, по крайней мере, называю, потому что здесь такие старые дома. Итак, нам нужно сейчас разворачиваться. Правильно. Блин, Белрус четкий, кстати, от первого лица он не показывает. Смотрите, здесь такой стилек у меня. Шторки, ну или угамбрикены, кому как удобнее. Всякие висюльки тут в импела болтаются. Мы снова успеваем на зеленый. Да-да-да, прям вся команда успела на зеленый. Жесть, тут прям такая кучка получилась. Да, ну зеленый-то сегодня ли загорится. Во, ништяк. Короче, мы посыпаем, получается, песком, а у нас в Кирове посыпают реагентом. И я прям офигел от того факта, что от реагента может загореться машина. У нас, короче, недавно сгорел пазик новый, и как выяснилось, это произошло из-за реагента. Он попал на какие-то довольно-таки важные части у машины, и что-то произошло так, что автобус загорелся просто. Вот, и это уже не первый случай. Я не знаю, что в этих реагентах намешано, что из-за них машины горят. Поэтому мы тут песочком посыпаем. Старый добрый метод. Не знаю, насколько он лучше реагента, но безопаснее в любом случае. Во-во-во, щука четко остановилась, как надо. Ребят, вообще читкански, мы едем с вами. Мне прям все нравится. Один дуралей появился вначале, но мы его кикнули. Вот, МТЗ немножко переехал назад. Сейчас за мной будет ехать КАМАЗ, но у него точно так такой же отвал, поэтому ничего страшного, что там ребята немного местами поменялись. Так, значит, мы сейчас поедем в новую часть города, где ТЭЦ. О, смотрите, там электричка едет, класс. Сейчас только 00 ночи получается, капец, так. Что-то там нехорошее. ЖД переезд, электричка только что прошла, поэтому ничего нам не угрожает. Все спокойно переедут, я так думаю. Во-во-во-во-во, что-то там непонятное происходит. Уже поздняя-поздняя ночь, а мы все еще едем, чистим снег. Но зато люди, когда поедут на работу, если не пройдет еще один снегопад, поедут по чистой дороге. Вот, о, смотрите, напротив администрации уже елку нарядили. Кстати, ребят, если у вас какое-нибудь новогоднее настроение, я не знаю, вот у меня новогоднего настроения не было, но после того, как нас вывели на дистанционку, и мы поняли, что после дистанционки у нас сразу же каникулы, вот у меня сразу же и началось новогоднее настроение. Не до конца оно, конечно, новогоднее, но тем не менее уже что-то отдаленное есть. Так как что, сегодня уже 18 число, скоро Новый год. А это значит, что скоро обновление в Motor Depot. Я почему-то более чем уверен, что оно будет как раз таки, как и в том году, где-то 31 числа, может быть чуть раньше. Но в этом году точно, я так думаю. Это чисто мое мнение, так скажем. Оно ничем не подтверждено. Но ни для кого не секрет, что сейчас идет бета-тест уже обновленной версии. Уже мне в комментах многие писали, и в личку многие писали. Напишите в комментах, что вы думаете, что могут добавить в новой версии. Ну и мы, получается, уже все, возвращаемся на базу Серпова.
Времени-то у нас сколько? Ого, 4 утра. Ну, смотрите, как мы круто сейчас успеем. Как раз-таки и только заедем на базу и все на работу поедем. Вот дорога чистая будет. Я сам понимаю, каково ездить по нечищенной дороге с утра. Это просто ужасно. Что ж, все, ребята, мы свою миссию выполнили. Серпов частично спасен от снега и гололеда. Вот такая вот сериечка получилась. На этом все. Всем большое спасибо за просмотры. Встретимся в следующем видео или на стриме.